Всем доброго здоровья и приятного аппетита. Сейчас кушать с вами Юлия и Мишка. Всем привет. Смотрите на Юлю. Оно готово, оно готово. Оно действительно готово. Короче, мы будем уничтожать монстров, игрушка веселая. Слушай, а ты на меня смотришь? Я смотрю на тебя, а ты на меня... А ты меня боком. Ну, прости, здесь, в общем, есть мультиплеер, можно одному играть, уничтожать монстров, отстраивать свою базу, но мультиплеер еще бета, поэтому небольшие казусы встречаются. Злые кабаны выскакивают, ты видишь кабанов? Да! Отлично, да! Ты, Юля, вбивай, давай, я хочу посмотреть. Сейчас, на это. Погоди, давай. На тебя напал один. Да, да блин, еще попасть. Смотри, Юля просто... Она, понимаете, она стреляет... Пуля облетает всю землю и попадает в него, понимаете? Ладно. В общем, смотрите, в чем фишка. Вы можете строить блоки, мины. Давай мину построим, посмотрим, что будет. Покупать различные пушки. Видно, что вот из той червоточины будут вылазить всякие страшные други Юли. Так, вот. У меня денег нет. У тебя нет денег? Нет. Ну, ладно, тогда я решу. Смотрите, в общем, здесь Коли еще есть. Сейчас мы Колянов поставим. О, смотри. У меня деньги закончились. Это сковорода, что ли? Какая что? Сковорода? А, бита. Сбоку. Короче, смотри, тут базуки, турели, всякого много. Блин, я не могу над тобой. Это просто, знаете... А здесь магазин, короче, оружие. Чернобыля, привет. Ну, на самом деле, почти так есть. Ладно, запускаем волну. Ты готова? Да, конечно. Вот смотрите, как эпично зато трясется. Блин, а на минус, что ли, наступил? Вот, ребят, тем, кто жалуется. Да, просили игру на ПК. Да. Получаем. Вот, пожалуйста. На ПК не так много сейчас чего выходит. Юль, погоди, давай на мину найдутся. Мы не могли пропустить. Просто. Юля, одна... Слушай, ты так сейчас помрешь. Мне... Да, пожалуйста, мне труп не я нужен. Отойду. Мне нужен живой человек. Смотрите, это из Strange Things чуваки бегают. Согласна. Так, а где он? Вот здесь. Миш, он за тебя. Он спереди меня. Для меня он был спереди. Слушай, две зоны начинаются. Давай еще здесь мины поставим, прямо перед зоной, чтобы они были. Сейчас, я пойду себе закуплю суперпушку. Слушай, надо патроны закупить на самом деле. Пойду займусь этим. А, еще гранаты есть. Ёлки-метёлки. Да, здесь много всего. Дробишь есть еще, обрезы. Слушай, так дорого все, пипец. Куда такие цены, а, после кризиса? А мне что надо нажать, чтобы, если что, закупить патроны? А там написано, ты плюс выбираешь, что... Плюс один магазин или то есть пистолет выбираешь, свой пистолет плюс магазин, плюс магазин. Ну, плюс магазин. Ну, и потом у тебя он и будет. Короче, я запускаю народ. Здесь несколько карт, играть можно, по-моему, до четверых игроков. И все ништяк. Задача как можно больше продержаться от этих игр. Я, короче, беру дальнюю точку новую. Хочу посмотреть, как они на мины запалятся. Да, ну давай. Ну что, давайте. Бодь. Слушай, о, неплохо. О, видал взрывчик-то? Ну, Эпик. Ё-моё. Юля, главное... Слушай, всё. Ты стреляла... Ну ладно, нормально. Я привыкну к этому, что мы спинами играем. О, как кровь хлещет у них. У кого хлещет? Я никакой крови не вижу и ничего не знаю. Это на самом деле. Просто слепень. Ладно, я расставляю. Ты сама-то почему ничего не ставишь? Да чего мне ставить? Ладно, новые мины, новая волна. Поехали. Так, сейчас. Во, я туалет поставлю. Какой туалет? Это дверь. Да, кстати, сейчас будем строить уже базу. А что, они уже прут, а я еще ничего нет. Нормально. В туалет не сходил, пойду. Смотри, Миш. Здорово, блин. Тут кабаны вышли, большие уже, серьезно. Смотри, в двери застрял. Что, твоя дверь сработала? Да. О, слушай, какие тюлени. Все, вот получи себе грену. Слушай, как быстро мы раза... Ты... А, это все. Грена была моя. Я начинаю строить... Что ты делаешь? Я ничего не делала, честное слово. Поставим... Мне хочется небольшую хату построить. Давай сделаем так. Давай. Так, я тоже хочу что-нибудь. Так. Луч. Луч смерти, к сожалению, не могу поставить. Вот пока у нас будет на вот такая небольшая здесь бункерная хата. Так. Сейчас я поставлю окна. Ты видишь окно? Я тоже ставлю окно. И зачем туда ты поставила окно? А можно что? Узнать? Это не нужно. Вот ты видишь, турель. Строитель здесь... Ну, кстати, турель хорошо пусть вот, стоит. Во, все. Хорош. Так, видал? Баррикадируемся. Я проверял, я знаю, что эти ужасные сумасшедшие животные, они, короче... Блин, сейчас волна начнется, я хату не дострою. Все бабки потратил просто. Миша, а ты нафига тут поставил этот твой туалет? Ящик? Какой? Ну там, где моя турель. Ёлки, все трясется, у меня же нормально, голова. Нормально, нормально, Юль, все в порядке. Как оно перелезло? Как они... Надо крышу строить. Ты смотри, блин, это то ли, ё-моё,
какой-то я сейчас чужой, умру, защищай блин. Меня, Юль. Хищник, ё-моё. Всю ты хату где? Разбомбят сейчас. Пипец, тут, конечно, реально вдохновение. Ого, слушай, что за кабан? А это кто еще? Кабаны. Все, ну, у меня быстро. Патрики кончились, разбирайся давай. Сейчас. У меня есть тет-айди, а то, блин, все, ножом. Разобрался. Ты машешь, блин, как на свадьбе какой-то. Я что-то не понял, а насколько нужно большие здания ставить, чтобы они не забирались? Что ли, в три этажа надо? Я не могу купить себе патроны. А у тебя, посмотри, сколько слева снизу денег. 3000. Ну, тебе должно хватить. Долларов. Что ты врешь? Должно хватить. Оно плюс магазин не покупалось. Значит, у тебя перезаряди, перезарядил, все нормально у нас с оружием. Да, все, красота. Слушай, ну я вообще, вон, смотри, какую хату отстроил. Где дверь? Ну, вообще просто пентхаус. А это что? Это дверь. Миш, это, загляни с той стороны. Блин, опять сейчас пойдут, я не успел. Загляни, где я? Что? Снаружи загляни. Ты где? Да погоди, ну волна сейчас начнет сожрут. Пофигу. Че пофигу? Да ну тебя. Ты со своими дверьми. У меня не патрон. Ну, есть патрон, ладно. Вон они, прут. Сейчас зажмут меня. Зажмут, сожрут. Бей их, уничтожай. Все, сейчас я им гренку пью. Ай, не дай убирать. Турели нужно, что ли? Это что за мракобес? Слушай, ну так. Здесь они какие-то очень страшные. Согласна. Юль, туалетов наставила своих. Сейчас, может, они взорвутся. Блин, что-то как-то твои тут эти не особо взрывающиеся. Нам, походу, сейчас кранцез будет. Так, нормально все, сейчас я тебя спасу. Где эти патроны? Вот это вот марзотелло. У меня есть супербита, если что. Все, у меня только ножик только. Миш, ну а ты на что все деньги тратишь? Вот правильно? Я на базу трачу. Так, а что толку-то твоей базы? Да потому что ты не даешь достроить ее. Ты портишь все просто. Смотри, как. Смотри, какая база. Я построил нашу базу. Сейчас я куплю себе автомат. Поставь где-нибудь турели снаружи. Да блин. Короче, сейчас в хате буду отбиваться. Все. Ну, твои турели. Миш, ну вот я тебе отвечаю, ну не покупает он магазин мне. Ну и не нужен, значит, тебе. Смотри, какая хата. Он автоматом, типа... Смотри, какая хата. Все, супер просто. Так, я покупаю магазин. Я себе могу купить автомат наконец. Где там тебе турели-то? 6000, 6,5 за 7000. За 7. Ну, мне вот этот больше нравится. Покупаю. Вот турель. Все. Юль, у меня есть 7 секунд. Заходим вот в здание. Вот еще турель. Быстрее заходи да в здание. Ну все, я один. Прощай. Я передумала. Давай, заходи быстрее. Да блин. Я заколебал. Ай, это дурацкое. Это дом. Да Миш, ты нам, блин, ловушку какую-то сделал. Ты жива? Да, ну тебя в жопу. Слушай, а я не понимаю, а надо закрыть, наверное, крышу. Ё-моё. Да, вот именно. Пипец, ну что это за какая-то чепушила за тобой гонит? Чё-то я не понимаю, в этих турелях они нифига не спасают. Так, они перезарядка. Их вообще, кстати, нету. Да, недель. На что я потратила кровные 5000. Так, точнее, даже больше. Короче, я познаю этот мир потихоньку. Чё такое бомбалу? Трэш какой-то. Крышу пора стоит. Куплю себе гранаты. И взорвусь, да? Вот гранаты это... Купить. Топ, да? Да, это топ. Я понял. Короче, сейчас я все сам сделаю. Броня, бог, кстати. А тебя толку ноль вообще. Броню. Бесполезный союзник. Спиной тут ходит вообще. Какая-то. Нормально. Так, все. Топ-хата. Этот союзник, ты пойдешь в гости ко мне? Да, блин, боюсь сюда заходить. Ну, не, на самом деле опасно. Они очень быстро кубы рушат. Ну, я поставил там тебе одну эту. Я поставлю турели. Да. Так, вон базуки. Миш, они прям вот в ноль выносят. Блин. За 5 Все, лет. Я ухожу. Я, конечно, боюсь в хату заходить, но я зайду. Мне интересно. Ну, я не буду, пожалуй, своим здоровьем Все, рисковать. А я рискну. Она обрушится, я Давай, ей не доверяю. Давай, хата. Скажешь, кстати, стреляет моя турель там или нет? Да, она куда-то в потолок стреляет. А, ну самое то как раз. Блин, нифига себе, они эту хату урушат. 5 секунд. И трындец. А тут уже не выйти. Сейчас, Юля. Сожрали. Нет. А, блин, а я еще не купила. Все, меня сожрали. Че, seriously? Да, меня сожрали. Я даже не могу посмотреть за тобой. Я ожидаю игроков. Жесть какая-то. 24 патрона. Все, походу, Юль тоже хана.
Все. Итак, мы возвращаемся, смотрим друг на друга. Юль, можешь немножко потанцевать, подбодрить меня перед боем? А ты где? Ты смотришь на меня? Да, я смотрю на тебя. Вверх, пожалуйста, выше. Во, отлично. Покажи. Это даже в крокодила. Кого изображаешь? Ладно, все, поехали. Следующая карта, не забывайте, ребят, ставить лайк, если хотите больше игр на ПК. Конечно. Ладно, поехали. Игра года просто. Топ номер один по версии Юли. Уже больно понравилась. Я вообще Я хочу ей 10 копий купить, чтобы она везде прокачалась со всех аккаунтов. С удовольствием. А почему 10? Юль, кабаны злые идут. Я вижу. А, ну да. А что они застрыли? Я уже как эта игра. Миша, а ты по кому стреляешь-то? Отгадай с трех раз. Я же говорю, моя пуля огибает всю планету. Тебе не ясно, что ли? Ровно так же, как у тебя. Ну блин, ладно. А у меня эти челики до сих пор там стоят, караулят. Тебя караулят. Давай сразу же. Да все, вообще, что мелочи. Зачем база? Они все равно перелазят ее, я вообще не вижу. Они все равно стоят там и не двигаются. А, я думаю, что у нас с тобой разные, как сказать, взгляд на вещи. Ой, не могу. Давайте, запускайте псов. Все. Я прикалывает, как Юля их уничтожает. Давай, Юля. Это просто отдельный вид искусства. Да, хорош. 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 Ой, блин, Патрик, а можешь с ножа его? Ща, а как? Да, сейчас, погоди. Грена тут. Давай, иди сюда. Пошинкаю тебя, псина. Безродная. Юля морально их режет. Есть, один свалился, Юля. Второй. Давай, давай. Ну, сейчас умрешь, уйди. Ножах, блин. Все, выиграла, молодец. Хорош. Пойду закуплюсь. Как это, Патрик? Пристрелюсь, надо бы сказать. Ай, жесть. Готова? Погоди, к следующему? Нет. Мне пофигу. Я запускаю. Все, плюс магазин. Давайте. Юль, сейчас турель разберется с ними. Я не сомневаюсь в этом. Сразу же грена пошла. Так. Еще одна грена пошла. Я тоже им кинула. Вот, блин, а что толку-то? Тео. О, турель, кстати, недурно справляется. Да вообще, ее они правда... Они на нее напали, правда. Ее сейчас сломают, правда, полностью. Да, ее сломали полностью. Блин, я до сих пор не понимаю, почему Юля по мне стреляет. Ладно, все, смотри. И что это было? Все разбежались уже. Слушай, а неплохо турели ставить. Так я тебе говорю, тоже ставь. Ну, сначала... Блин, они уже больно дорогие. 2,5. Одну хотя бы поставь. Так. Все, отлично. И вот еще здесь. Короче. Угу, давай, как раз с этих сторон. Нафиг эту базу. Да вообще, слабаков. Это для слабаков. Они... Только забыл название надо, правда, этой, знаете, шикарной как... игры. Короче, только хардкор. Можно было как сделать? На самом деле колями обустроить. Не, на самом деле можно нормально. Это все шутки шутками, но обустроиться можно. Конечно, конечно. Играть в нее можно, я не спорю. Ой, не могу просто. Все, слушай. Никого не осталось. Сразу же следующая волна. Стоп, да погоди ты, я еще гренами не закупилась. Ну, у тебя 8 секунд есть. Купить! А я уже не могу, все, ладно. Ой. Пошли, давай. Блин, а, с другой стороны. Все, музло поехало. Мясо пошло. Серёз Сэм, ё-моё! Турели прут, кабаны срут, все. Давай. Мишка с Юлей всех порвут, да, точно. Ай. А чё, не стреляет-то? Смотри, как быстро просто расправился. Да просто вообще! На харде надо было ставить. А это... Нет, здесь одна сложность. Очень жаль. Я могу... Я поднялся, что могу ставить теперь... дроп, миниган могу поставить. Давайте миниган посередине вляпаем, посмотрим. О, я тоже могу. Вот я тоже поставил миниган. Пойду патроны все-таки куплю какие-нибудь себе для пистолета. Они, кстати, покупаешь в магазине, он оказывается. Все, просто уширяется, да? Он, да, он у тебя будет каждый раз обновляться перед битвой. Хорошо. Видишь, как уже разбираешься. Конечно, да, я познаю тонкости. Все, два минигана должны сделать свое дело, мне кажется. Ща, гренку запускаю. Тоже грена туда, пошла. Сам. Бум. Слушай, ну миниган... Что-то миниган как-то это... Хуже, да, справляется? Ну, как сказать? Да все так же. Что то фигня, что это фигня. Ну, правда, эти дешевле. Может, они покрепче? Ну, нормально. Слушай, да мы с тобой сейчас тут всю игру просто пройдем.
Я беру автомат. У меня гренки есть. Патронов 60, 120, урон 40. Вот, отлично. 5 гранат. Все, отлично. Поехали. Готовиться для слабаков. Все. Да, все. Четвертое оружие, я готов. Давайте, идите сюда. О, какой прицел мощный. Мощь! Познайте давайте, давайте, силу давайте. Гранаты! Слушай, идеально! Вот это экшон! Вот это графон! Все, смотри, как разбомбили. Просто мясо. Nintendo для слабаков. Не понятно делаю. PlayStation. Слушай, смотри. Вообще нервно покуривает. Ну слушай, это эксклюзив ПК, между прочим. Ладно. Достойно уважения. Не бузи. Я пойду куплю. А магазин можно еще? Слушай, ты наконец-то стал почти нормальным. Я отщепенился. Слушай, может здесь потихоньку становишься человеком? Может, это задумка такая, ты такая же мразь, как и эти. Но мы решили вырваться и стать нормальными людьми. Так, куплю себе броню и гранаты. Юля, уже начинается битва. Я успел затариться. Сейчас дикие кабаны вылезут, жди. Вон, ползет. Я ниже, да. Мразота какая-то. Ой, какой вот вам гранаты. С ракезами. Смотри, что пытаются нас. Вот, слушай, это он селедкой хлещет. Какой селедкой? Ну, какую-то взял селедину, хлещет ею. Это ногти у него, какая селедина? Нет, там чел был с одной селедкой в руке. Ну, все-таки... Ну, это я так вижу. Мне хочется представлять, вполне может быть и селедина. Так, а где у меня тут что? Так, ладно, ставлю кучу турелей. Да, турель надо ставить, развернуть. Наша база вот такая. Они сами через вернутся. В эпоху карантина хочется свежим воздухом подышать, поэтому мы решили не строить базы. Конечно. Особо тяжелые. Я хочу еще, давайте, ну... Пока начинаем. Слишком просто. Нам нужно жесть. Изи, 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 real talk. Юля все время ту защищает. Слушай, я хочу увидеть... О, слушай, это покрепче мужики пошли, на самом так. деле. Где мужчина с селедкой? Повываливались всякие мразоты. Слушай, а куда... Ого! Так, ого! Юля один раз селедины всекли, и она успокоилась. Я наблюдаю. Земля в иллюминаторе. А ты появишь? А, да, у него какая-то в руке. Что это за глист у него? Я тебе говорю, серьезно. О, здорово. Ленточный червь в руках. Ладно. Да зачем строить, Юль? Не покупай, не строй. Блин, я угораю над тем, как вечно что-то взрывается. Да это твои гранаты, походу. Я хочу еще зла еще давайте мне. Злых уродов каких-нибудь. Познакомься со мной. Слушай, а может это наоборот? Мы последнее пристанище нормальных человек и людей. Да блин, да что такое? И скоро нас основная масса уродов. Свиная масса? Да, к себе захватит. Ты жива хотя бы там? Нет, конечно, я тебе говорю, кто-то пристроился. Тут твой друг вышел. Селедкой? Нет, такой пузатый огромный. Слушай, здесь прям. А с чего ты определил? Из готики ползуны уже какие-то. Ты у меня тоже, знаешь, это. Блин, в пустоту стреляешь, а они просто ходят за тобой и мрут. Смотри, просто. Просто расщепляют. Силой мысли разгаси. Так, я хочу что-нибудь серьезнее. Что тут? Луч и РПГ. Все. Ну погоди ты, дай ничего хоть не гранату знаю. Куплю, блин, задрал. Обойдешься без гранат. Всё. Твои гранаты ничто, понимаешь? Я здесь поставил луч. Сейчас опять ко мне сзади кто-нибудь подкрадется. А ты шевелись, не стой на месте. Все, выбегают дикие кабаны. Так. Начинается трэш. Так, ко мне... Ну ты смотри, да ты что делаешь-то, чертила? О, пошла жара, Миша, раз эти, как ящики расстреливает. Ящики, не, я... Да, смотри, просто злобная братва пытается что-то сделать. Да, бесполезно. У меня такой ствол, что всем хана. Слушай, ну мы с тобой можем просто всю игру пройти, хоть и здесь нет конца. На изичах просто. Я сейчас Юль чуть помогу, там подостреляю. Давай, я тоже стреляю, как это сказать? Идеально стреляешь, да. Через планету, все. Все, отлично, перфект. У тебя 9 секунд, Юль. Так, ну жесть какая-то. Все, пошло. Погоди. Не знаю, у меня кнопка просто заела, я не могу ничего с собой. Миш, ну я даже грену не успела.
купить. Смотри, как заиграла. Дайте высеку. Ну, блин, тут без грена неинтересно. Все, Юля заиграла. Мне нравится твоя традиция. Ну, елки, не все. Она нарушена. Ну, все. Я умерла с горя. Так, за мной братва бежит. Валите его! За гранату. Знаешь, на встречу выпускников пришел после окончания школы. Пацаны, девчонки, что-то жизнь потрепала вас. Да. Что-то... Вася, это ты? Да, тебя не узнать. Смотрю, пузо появилось. Я его только по селедке определила. Да, любит. Слушай, я тут всех разбиваю. Он такой, о, селедка. Да, смотри, какой пузо-то. Так, путли закончились, патроны путли. Ты их это, руками рви. Один на один, давай. Чему зло такое? Ножа. Эпичное просто. Опа, нифига. А чё, он даже до меня не задел. Короче. Я считаю, что нужно как можно больше таких игр. Короче, я ПК, он ли? Хочу yes, сказать. Ладно, это шутка все, ребят. Берите на вооружение игрушку, если хотите поговорить с друзьями. Да. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.